Машина загрузилась. Пойдет. Это теренчи за штурвалом. Это прямо около самой деревни. Возьми меня. Прямо по деревне. Вот здесь впереди-то поля стоят. Здесь жили Кочкина или Совета. Там еще саманные домики остались. Ну, стены. Это Терентий Игоревич Барабаш. АГТУ закончил. Он сейчас с отцом вместе вот уборку ведут.
самый надежный, потому что это пиво. А пиво пьют каждый день. Это не гречка, что кашу сварил ее. Когда где жил, а вот дальше деревья видать, это вторую улицу начали строить. На 72-й год намечалось 700 человек по Теряевке от 300. Но курс партии изменился, и 21 тысяча поселений полностью стерли с лица земли. А дальше там видать немножко. Это бывший детский лагерь, теперь мы превратили в музей-комплекс для бедных людей, который враг сатана старается уничтожить, чтобы памяти не было, что можно жить без руководящей направляющей роли партии и жить, и никого не проклинать, а благодарить Бога. Машина стоит, чтобы принять зерно. Гамулён и Иосиф, мой племянник. Солому. Вот они приезжали, город восстановили, и 70 тысяч, говорит, стоит. Видишь, он так разбрасывается прямо на невыбранное. Тут необдуманно. Так необдуманно. Если ну, какой-то там корпус поставить, а как поставишь? Пошел дальше. Это Барабаш Терентий Игоревич. Неженатый. С улыбкой, никогда не заругается, ничего. Тут такой народ. Вот. А то без партии никак. Смотришь, убирает урожай, шофер, приезжает секретарь он партии. Стоит что-то с ними, фотографируется. А то по идеологической работе секретарь. Это все придумали, секреты. Блудница. И написано, говорит, тайна. Тайна – это секрет, это секретарь. По словам тайна – секретарь. Тайна коммунистического режима. Вот я проехал небольшой круг здесь.
И опять вышел прямо на уличную улицу, дорогу. И сейчас подрезали, вот Иосиф внутри деревни. Образовывали под деревню 169 гектар, кажется. 20 гектар, все, отрезали, вот это уже за территорией деревни. 20 домов. Не дают. Ничего не сделать. Это мне рассказывали тут, как это сделали. Вот здесь вот у них по плану идет, где я иду, железная дорога. А железная дорога это, ну, вон, там, где лес, около леса. Ну, отсюда 2 километра. На карте она идет вот здесь. И поэтому вот эта барабаша земля, это уже на той стороне дороги. Ну, явно, что безумие. А так, и теперь оформляют землю на ту сторону. Карту можно переделать. Ну, там 1150 заплатите нам. Ну, какая же это власть? Кто ее будет защищать? Кому она нужна? Больше дури не придумаешь. Нарисовали линию в середине деревни. А остальные, где она должна идти, карты, видимо, сожгли, уничтожили, проиграли в карты, я не знаю. Но факт тот, что мне вот только на днях рассказывали про это безумие. И они согласны перенести. Все. Только заплати деньги. Везде деньги. А что жизнь временная, и придется отвечать за все движения души, это никто не знает и не слышали даже. Жил человек, жил, сдох, лопух, вырос на могиле. Так приучили. Атеизм – это тоже вера. Вера в нуль, как Достоевский говорит. Вера в ничто. А во что, если ничего нету? Так во что он верит-то? Как в школе было, учительница доказала им, что Бога нет. Теперь давайте все поднимем руки и скажем, ты плохой Бог. Или там еще что-то, Бога нет. Простые слова. Один мальчик не поднимается, не говорит. А почему? Он говорит, на кого, если Бога нет, а на кого кулак показывать? Никого раз нет. То есть богохульство было. Ждали 37-й год и 41-е. У Бога все это, как говорят индийцы, карма. На одной карме и прожили. 100 миллионов потеряли. Сейчас показывают новые выкладки Менделеева Дмитрия Ивановича. К 50-му году должно быть 850 миллионов. Население удваивалось. 3-5 миллионов чистой прибыли было. Ну и сравни здесь. Никакой техники. Жили, косили вручную, серпами. Вот так. И жили-то они по 30 лет, как 36 лет сейчас наркоманы. Никто не знал. Конопля, мак, я еще захватил. Это свободно, все росло. А сейчас и ходят, рыскают. Надо уничтожить. Мы все на этом. Так, гречку поедят, если люди-то. На следующий день может не есть. А пиво-то пьют. Это ты правильно сделал, что ячмень. Каждый день пьют. Вот нагрузили машину. Иосиф Устинов за рулем. Вот. Помогает. Игорь Барабаш поехал. Домой. Это сырое или кипар? Поехали. Сейчас, говорит, какие-то налоги. Будто президент обсуждает НДС повысить. Задушат сельское хозяйство. И так помощи нет, а теперь еще съесть. А почему? Дети родились. Дети у них родились, подросли. У Авраама с Сарой был сын Исаак. Ему тоже надо в сегодняшнем варианте. Ему все, сегодня тоже надо место дальнобойщиков наложить. Не работать, нет. А это вот все, Россия кормила, управлялась одна. Сегодня узнал, у Путина 50 тысяч охранников, говорит. Неужели правда? Ученые идут от больше 110, что ли. Это невероятно. Дом Павла вчера приезжал был. Вот еще захватить. Любим только. С этой стороны зашел. Со стороны деревни. Здесь Любим дом. Потому что сегодня есть, а завтра нет. Наложит налоги, то вряд ли он потянет.
забивает, он назад дает. А сзади поставили нож, дробилка, солому. Надо отбрасывать далеко, на то место, где уже обмолочено. Ну, кое-что за дважды помолотит. Отсюда видно Иосифов домик, а это Минаева Любовь. Прямо у нее, ребята, вплотную. Помоги, Господи, благослови. Урожай хороший нынче, почти 40 тонн. Это центр с гектара. Тополь желтый. А осина красная будет. Вон где она идет, трактор, вот так красный идет. Вот я стою прямо на этой дороге. Это Кондинский проулок назывался. Кондины жили на этой стороне. А это мы тут почистили с Виталием, затеняли клен, молодые клены, все порубили, а за ними прямо рядом лагерь, бывший лагерь стан, вон там видать. Вот. А вот этот переулок дальше, Кондинский, прямо дальше идет через улицу, вот Лапкинский. Это дом нашего отца Тихона был. Вот я показываю Павлов дом. Где Никита тут был. Никита хорошие материалы выставлять начал о полном крещении. Ну, другие, которые были, что-то от них ничего не слышно, не видно. У Никиты вот это-то положительное. Благослови его, Господи. Вот я зашел с другой стороны. Вдоль улицы. Вот назад повернул. Опустил нож. Федер назывался. Как это вручную все убирали. Народу много было, конечно. Я помню еще, трактор идет, трактор гусеничный. И тащит комбайн, тяжелый комбайн. А потом появились вот такие самоходные комбайны. Так удивительно было, что он может идти посреди поля и брать. И вот комбайн оставят в поле, закажем комбайном сторож. Или рядом где-то старались ставить. Мой отец
Однажды он рассказывает, с собой брал Марса, я не знаю какой породы, но как кавказец, только он по-другому как-то выглядел. И он его брал на цепи, и к колесу привязывал, сам отдыхал, все там делать ночью-то. И решили проверить, ну а что он кобель-то, как поднялся, лает, и цепь загремела, он сразу встал, нормально. Тоже боялись. Ну все, на этом показал я. А слава Боже. За рулем тут Иосиф, а вот этот его домик. Строит, что-то все украшает. Давай, давай, не крутись, он машина, видишь, он как, даванет и задавит. Смотри, рядом не подходи. Это опасно. Ну и молодец.
идет. Смотри. Так, Игорь сам завозит, дальше Иосиф поехал опять к комбайну, он закрыл все. Такой процесс полный от комбайна до просушки. Я показал специально, вышел из храма как дежурный, я по деревне, чтобы посторонние никто там не нахулиганили. Любимые гуси придут, наедятся, отдыхают.